Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о любви. Еще одно качество любви, которое невозможно отделить от нее, это то, что любовь никогда не перестает. Знаете, когда вы произносите фразу «я тебя люблю», что ты имеешь в виду? Я думаю, что ты имеешь в виду, что это никогда не завершится, что мы сейчас начинаем отношения, и они будут длиться всю жизнь, и мы состаримся вместе и умрем в один день. Но проходит время, начинаются проблемы, простые, сложные, левые, правые, финансовые, эмоциональные, любые. И они начинают атаковать. Так вот, проблемы, особенно их совокупность, когда их много, и они разные, они могут убить абсолютно любое чувство, кроме любви. Невозможно убить любовь. Писание говорит, Павел говорит, любовь никогда не перестает. Если ты по-настоящему любишь, это всегда будет жить внутри тебя. Ты будешь огорчен. Знаете, однажды у нас была одна сестра, она служила в нашей церкви, ее зовут Людмила Плет, и ей задали вопрос в отношении людей, и Божьей любви, спросили, как же это так? Люди грешат, люди совершают злые поступки, и что Бог продолжает их любить? И вот она сказала потрясающую фразу, которую я буду помнить всю свою жизнь. Она говорит, Бог любит всех. Только одних Он любит с радостью и ликованием, а других со слезами. Любовь не умирает в Боге от того, что люди относятся к этому по-скотски. Он продолжает любить, плача. Когда человек осознанно идет в ад, Бог продолжает любить. И он плачет об этом человеке. Он сделал абсолютно все для того, чтобы человек не пошел туда. Он отдал своего сына. Но человек избирает этот путь. То же самое происходит в простых наших с вами человеческих отношениях. Если мы говорим о том, что твое сердце наполнено любовью, то ты делаешь все для того, чтобы человек не поступал плохо. Когда он это делает, ты не перестаешь его любить. Ты плачешь, ты молишься, ты, возможно, огорчен, но ты не перестаешь его любить, ты продолжаешь это делать. Когда происходит покаяние, когда человек возвращается, когда он осознает, тогда ты радуешься. Так вот, любовь, она может быть разной. Она может быть печальной, горестной, она может быть кричащей, скорбящей и вопиющей от боли, или радующейся, веселой, блаженной и так далее. Но она, поменяв вот эмоциональный свой фон, она не умирает, она не уходит никуда. Ты продолжаешь любить. Так вот, если это происходит с тобой, невзирая ни на что, тогда ты по-настоящему любишь, потому что любовь никогда не перестает.